всем привет, дорогие друзья! С вами снова Андрей, и my сегодня у нас вышла обнова в Brawl Stars. Да, ребята, обнова. Вот, в принципе, вот у нас вышла обнова, как вы видите. Новый сезон, прошлый сезон мы с вами прошли. Вот, в принципе, вот как-то вот так вот. Короче, вышел новый сезон. Карл is my name. Такой скин на Карла. Geology is my game. Ну, и там потом уже есть бас. Да, наконец-то теперь есть в игре. Вот, в принципе, вот как-то вот так вот. Видите, как он в игре. Ну, в принципе, ребят, сегодня мы будем делать квесты на новый Brawl Pass. Но у нас квестов там мало, конечно. Ну, давайте, например, вот в игры. Давайте Коку возьмем. Мы поиграем сами тогда в парное столкновение, думаю. Квесты, потому что у нас мало почему-то. Я, если честно, не знаю, почему у нас так мало квестов. Ну ладно, давайте мы сейчас играем. Парное столкновение. Так, ну что, погнали. Так, тут какой-то с нами играет. Игрок. Так, читер 777. Опять какой-то читер. Так, мы сейчас пока еще никому не дали урона. Красный квест на Эдгара. Прикольно, правда? Так, мы убили колеса, так что мы этого Эдгара убить. Эдгар, иди сюда. И, кстати, ребята, переключаем лайком. Ну, я считаю, значит, раз, два, три. Нашему ролику. Ну что ж, погнали. В принципе, вот Халет возродил. Надо этого Эдгара убить, а потом уже Халет. И сначала Халет, сперва лучше Эдгара убить. Эдгар прыгнущая Халет. Халет вообще-то ульта не совсем помогла. Что там? О, вот ульта у нас все равно проигрываем. Ну там, потому что ну, я не знаю насчет, ну, насколько, но давайте еще раз сыграем с вами. Давайте. Думаю, в этот раз мы с вами не проиграем. Так, с нами играет Аркадий. И, кстати, ребята, сегодня у меня появился новый подписчик, да. Вот. У меня уже 29 подписчиков, еще немножко и будет 30. Я сделаю видос на то, что у нас играют подписчиков. Вот, и все, ребята. Сейчас. Ребята, смотрите, мы убили целых две команды. Нам как раз колец попало. Я знаю, что мы топ-1, наверное, займем. Или топ-2, я не знаю. Ну, давайте. Офигеть, он уйдет. Ну что ж, не будет меня никто. Не будет, сейчас я возражусь и тебе помогу. Да, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодец, вот сразу остался какой-то Дима. Вот я видел по дорожке, он вон там. Вот. Погнали, погнали. Сейчас мы тут топ-1, наверное. Ну, если не сможем, то топ-2. Топ-2, хорошо. Так, не трогай его, я. Молодец, или ты ему убиваешь. Топ-бэк, это карточка на изи просто. Топ-1. Вот, я, конечно, не знаю, но я не смогу. Вот, ну ладно, хорошо. 9 кубков. Сколько нам жетонов дают? 64 жетона. Ладно. Она хватит? Ну, 3 не хватает. Ну и ладно, что там? Я не знаю, вот почти скоро вот этот квест закончится, мы потом получим этот тем. Спасибо. Я сперва должен дойти до 30 уровня, а там уже, наверное, куплю себе Brawl Pass. Не знаю, если честно, ребята, но пока ничего покупать не собираюсь. Давайте хотя бы пройдем парочку квестов. Ну и давайте этот квест на поку завершим. Я не знаю, какая может, но давайте. Давайте тогда так.
Меня убили, ребят. Я не сколько урона не имею. Перед с одного удара, да ну, не было сколько. Опять хили. Даже не дали? Что, да ну, что серьезно, что ли? Учитель квест, что ли, проходить? Ладно, давайте еще раз попробуем. Это новый игрок или тот старый? Чё в меня стреляешь? Офигел? Ладно, давайте. Господи, хрен! Так, хрен не так вот я бы там бы все пойдем. Так, мне квесты урон надо снимать. Так, что давай стреляться. А я не выходил с этого. О, молодец, что помог. Спасибо, ХП, ребят. Помоги там, Пэм. Меня, ребят, убили. Ты что, не заправишься или мы проиграем? Ты уже знал, что ты не делал. Третье место. Мы с вами прошли этот квест, ну и чуть-чуть парочку жетонов. Так, видите? Ну, у нас же было третье место. Так, смотрите, ну, мы можем с вами собрать вещи. Ну и 10 гемов, которые. Ну давайте еще последний пройдем, у меня не знаю. Ой, давайте, например. Воспользуйся кнопкой играть снова, выиграй бой 8 раз с бойцом Динамайк. Ну давайте 8 раз с бойцом Динамайк тогда, я не знаю, какой я выиграл. Ну 8 раз, вы не поверите, мне 500 дадут жетонов. Пока начальные, это ладно, пока начальные. А там, подальше, там еще. Окей, давайте, ребят, мы сейчас вместе с вами будем проходить квест на Динамайка. Я, конечно, думаю, вряд ли Динамайка выйду. Ладно, окей, ты иди тогда, открывай эти пальчики, а я разберусь на том. Если честно, ребята, в том сезоне, я выиграю себе вторые. У меня уже все посетили на плен, мы сейчас уже бас новый поедем. Я буду прокачивать. Ну, я не знаю, наверное. Я промазал. Ну сидит, ребят, я промазал. Так, хорошо. Что такое? Ну меня за эти секунды никто не тронет. Так, возрождается. А, мой напарник. Ну этого не может быть. Нет, твой точно с Кайтом не справится. Мы тут заняли топ-4, опять проиграли. Динамайки не знал, брать нет. Не, ребята, не знаю. Если вам хочется, берите динамайку. Я, если честно, не редко его брать, потому что вы увидите после него, как становится. Ладно, ребят, на этом мы будем заканчивать видос. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Андрей. Бро, не уходи. Поставь лайк и подпишись на мой канал. И нажми на колокольчик.